Всем привет! Очень часто мои маленькие покупательницы выбирают цветочные украшения с букашками. Что если заказ срочный, а возможности приобрести их нет? Конечно, делаем сами. Получается и красивее, и быстрее, и не дороже покупных. Приглашаю вас и ваших деток присоединиться к творческому процессу. Можно использовать зефирную полимерную глину, называют ее еще жидким фоамираном, холодный фарфор или обычную детскую массу для лепки, которую можно приобрести в любом детском магазине или канцтоварах. К примеру, цена такой баночки 100 рублей. Все материалы не запекаемые, а самозастывающие на воздухе. Формируем букашку и всушку. Время высыхания примерно 10 минут. Для окрашивания подойдут акриловые краски или гуашь. Время полного высыхания акрила примерно 1 час. Для блеска и закрепления краски можно насекомых покрыть акриловым прозрачным лаком. Время высыхания моего 10-15 минут. Вот и все. Мои букашечки для цветочных украшений и для декора скраб-работ готовы. А на сегодня у меня все. Желаю вам плодотворной рабочей недели, хорошего настроения, творческих успехов и солнышка. Буду рада вашим вопросам, комментариям и пожеланиям. С удовольствием отвечу. До новых скорых встреч. Пока-пока.